продолжаем комплектовывать наше предприятие новой техникой, что повышает качество содержания, уборки в городе. И, конечно, мы давно ждали именно с таким функционалом специальную технику. И сегодня она уже в городе. Я думаю, что в ближайшее время уже приступит к работе. И я думаю, что это не последняя единица, которая появилась в нашем парке. В целом, конечно, с развитием города, с появлением новых территорий необходима и современная техника, которая будет в дальнейшем это все содержать в надлежащем состоянии. Ну и, конечно, хватает еще серых пятен, там, где действительно нужно комплексно подходить к территории, расчищать ее, делать ее более современной, привлекательной. И я уверен, что Сергей Викторович и его дружный коллектив службы заказчика с этой задачей будет справляться ежедневно. Вот именно эффективнее и быстрее будет происходить работа, уборка. Та же самая погрузка снега, листьев, любых сыпучих материалов, потому что большой функционал есть у техники при погрузке. Точно так же мы сможем спокойно заниматься обслуживанием ливневых, дренажных канав и какие-то работы проводить с помощью ковша, так как у нас раньше не было единицы, которая могла копать.